показать Ляка, новоприбывших девчин. Одну ля, уже купили, там не показывалось. ляка, Еще одну то не успели вы посмотреть. ля. Это реалистичная кукла. Уф. Ну, такая, знаете, не самая реалистичная, на самом деле, сейчас... Ну, типа, да, такое, ноги какие-то, блин. Можете сделать слепок и копию вообще... Такие длинные пальцы, как у трапа, на ногах, на руках, то есть, не угодно, знаю. Хотите Вся, жены, типа, хотите какая-то... Анджелины Джоли, там никаких проблем нет. Вот, ну, такая вот девчонка, стоит она в рознице 90 тысяч, со скидкой там можно... Пиздец, блядь. По цене ноутбука. И немного дешевле. Материал ультрареалистичный, то есть она мягкая на ощупь. Да, блядь, пиздец реалистично. Так вот уж я руки разогнул. Можете видеть. Да, пальчики очень. Пальчики у нее все realistic. Гибкие. Ну, главное так не сгибать, мне кажется. Да, страшновато. Пиздец. А ноготочки, если посмотрите... Реализм. Фистиный мага, спасибо за донат. Слепок жены. Да, они там еще в комплекте запасные идут. Вы можете накрасить тем цветом, каким захотите. Суставы частично подвижные. Там внутри металлический каркас. Металлический каркас. Сейчас на килограмм 60 точно. Мою душу в комплекте идет парик. То есть, а ее можно можно снять. Надеть, надрочить на лысину. Как-нибудь иначе. И вот на что стоит обращать внимание у таких кукол, да, на рабочее отверстие. У этой девчонки здесь и ротик рабочий. Там все десна вываливаются, это ж пиздец так. Фу, некрасиво никуда. Узенький, гладенький. Вот, такая симпатичная. Блядь, сиська без сиськи, как бы, грудь, без сосков. Наверное, что за хуйня? Размера 5-го. Тонкая талия, все как положено. Такие вот худенькие, худосочные ножки. 90 косарей, 90 косарей. Пальчики уже на педикюре. Блядь, ой, ой. Это как этот осьминог, блядь, этот нахуй из «Пиратов Карибского моря». Ну, может, кого-то это испугает, для кого-то наоборот попадает. Особенно кто там футфетиш любит. У этой модели Господи, внизу крепления нет, бывают еще и с креплением. То есть можно как манекен использовать. Мягкий такой, подвижный, flexible материал. Вот. Ножки, ножки, ножки. Что у нас под юбочкой? Здесь все. Что у нас под юбочкой? Если мы проберемся внутрь, она просто тяжеленная, поэтому мне, правда, не с руки ее волохать. Но поверьте мне на слово, так вот будем подсматривать. Знаете, такая show underskirt. А там оба отверстия рабочие, влагалище и анус. Вот такая симпатичная девчоночка с тремя рабочими дырочками. Так что мне кажется, в зеркале можно спалить за дианонич. Из минусов, нет? Да, габаритное, да, место занимает, да, материал капризный, ухаживать нужно. А еще что, не все суставы подвижны, с такой ценой со всеми подвижными суставами не бывает. А так, в общем, а, в целом, типа 90 есть... это дешево, если что, это немного. Есть куклы, в которых вы можете выбрать все. Может, там, это в и цвет, тенге? И размер сосков, и то, как она будет, ну, чисто физиогномически выглядеть. И то есть, сможете а, ли или вы по ей... цене, вот, из арома тоже. То есть, вот, тоже можно все как бы адаптировать, типа, цены, этот, цвет выбирать, там, еще что-то, блядь, ебаный в рот. И там сделать прическу или нет, там несколько париков в комплекте, вплоть до того, как выбор... будет выглядеть ключ. Выбор блогеров, сука, что? У них на сайте реально есть, типа, графа «выбор блогеров». А что Николай Соболев может использовать? Я хочу... Приходишь в секс-шоп, типа, мне, пожалуйста, тоже, что, блядь, его там... не знаю, какого-нибудь, блядь... Мопс, дядя пес. Мне тоже что у тесака. Мне как у Дудя, пожалуйста. Учиться, сами руки, в общем, все. Щекотун. У них название есть, типа. У хуев. Малыш. 18,5, блядь. Крепыш. Щекотун. Победитель. Огромный, блядь. Карандаш. Малой. Профессор. Солдат. Блять, солдат, нахуй.
Солдат 25 сантиметров — это выбор блогеров, наверное, да. Спасибо. А там есть такая же кукла, но мужик. Фистинный маг Сергей Сокол, да, как бы. Можно парик седой, как бы, на нее надеть? Ну, вот это один из таких вариантов весьма... И стропон приделать. Доступных. Если кому интересно, у нас в сети их еще несколько. Мы их заказывали оптом, но они все абсолютно разные. Оптом, блядь. Я понимаю то, что есть в доступе. Тан-тан-тан-тан-тан. Знаете, я бы, конечно, сказала, что это запарный мастурбатор, но для тех, кто ищет именно реалистик куклу, неплохой... вполне себе вариант. Как обычно, можно заказать на сайте с доставкой. По моему промокоду HannaPlay будет и на эту гарную девчину скидка. Гарную девчину, блядь. Вот, ногти в комплекте, а еще ведропуля. Осьминог, блядь. Ну, это, я думаю, уже мелочи жизни. Вот такая вот. Резиновая баба того не стоит. Да реально, блядь, дешевле настоящую, мне кажется, снять, блядь. Мне кажется, 90 косарей, ебать. За 90 косарей можно, блядь. Это прям все включено. То есть свидание, свадьба. Пиздец, 90к. Единственный плюс — ее можно пиздить, допустим. То есть ты пердолишь ее в очко. Бля, и надо вставить, как бы, ей в пизду ту, вот, которая разговаривает. И тогда, то есть, ты хуячишь. Она там, о, типа, и у нее причем голос из пизды идет при этом. Там, я там bad girl, ты ее завали, ебало, шлюха. Лопатой я там пальцы оттягиваешь и вот так дергаешь, блядь. Блядь. Сука. Пиздец какой. Блядь.